Present continuous tense – настоящее длительное время. А сейчас давайте разберем, как образуется present continuous и какие действия передают настоящее длительное время в английском языке. Present continuous указывает на то, что действие происходит в данный момент, либо на протяжении какого-то небольшого отрезка времени. Сегодня мы с вами разберем, как строятся утвердительные и отрицательные предложения в present continuous. Affirmative – утвердительные, negative – отрицательные. Present continuous имеет свою собственную конструкцию. И сейчас мы с вами ее разберем. Предлагаю записать данную конструкцию себе в тетрадь. Первое, что необходимо запомнить, это то, что present continuous образуется при помощи глагола to be. Как изменяется глагол to be в настоящем времени, мы с вами проходили ранее. Если вдруг вы забыли это правило, вы можете нажать на паузу и посмотреть видео о глаголе to be. Ссылку я оставлю в описании. Потом возвращаемся к этому уроку. Но все-таки хочу напомнить. Глагол to be в настоящем времени имеет три формы. Am, is, are. Затем после глагола to be идет смысловой глагол с окончанием ing. Мы его еще называем инговое окончание. Итак, у нас получается конструкция утвердительного предложения в present continuous tense. Как же образуются отрицательные предложения? Отрицательное предложение образуется при помощи отрицательной частицы not. Обратите внимание, куда мы поставим отрицательную частицу? Отрицательная частица not употребляется после глагола to be. А сейчас давайте перейдем к примерам. Present continuous, affirmative and negative sentences. В левой части таблицы утвердительные предложения affirmative. В правой части таблицы отрицательные предложения – negative. Для примера я взяла глагол walk – гулять. Для того, чтобы этот глагол приобрел форму continuous, мы должны к нему прибавить окончание ing. Получилось walking. И, следуя конструкции, чтобы составить утвердительное предложение, мы должны сначала написать местоимение, например, I. Далее глагол to be, в данном случае am, I am. И смысловой глагол с инговым окончанием. Walking. I'm walking. Я гуляю. То есть в данный момент я гуляю. Present continuous. Действие, которое происходит в данный момент, в момент говорения. Далее на примере в правой части таблицы мы видим, как образуется отрицательное предложение в present continuous. Например, I'm not walking. Я не гуляю. Сейчас, в данный момент, я не гуляю. Помним, что отрицательная частица not у нас идет после глагола to be. Следующий пример. He's not walking. She's not walking. You are not walking. We are not walking. They are not walking. И запишите слова-спутники present continuous. По этим словам мы можем определить, что в предложении нужно употреблять present continuous tense.